Соперником российского бойца Ислама Махачева станет экс-чемпион UFC в легком весе, спортсмен из Бразилии Рафаэль Дос Аньос. Поединок пройдет 24 октября в рамках UFC 254 на бойцовском острове в Абу-Даби. Напомню, Махачев в американском промоушене одержал 6 побед из 6, а вот Дос Аньос, который входит в топ-15 легкого дивизиона, проиграл в 4 последних поединках из 5.